Всем фурфыр, продолжаем нашу игрушечку. Мы идем в тропики. На Карибы. Все, это у нас теперь будут Карибы. Привет, Лоня. О. Так, где у нас Мари? Она. А, подожди. Да я, блин, я думала, это. Я думала, ты где-то здесь бегаешь, а Андрей это рядышком. Все. Мы опять все одинаковые. Да, мы все это. Банда зеленых сегодня. Блин, не, у меня лысина сильнее блестит, смотрите. Крабы, бей крабов. А то замучусь. Бей крабов? Бей крабов. О, мясо дал. Вот они противные, вообще капец. Еще где-то один видел. Вон там, вон он. Да тут не один. Да, они толпами обычно нападают. А маленькие крабы не это? Не, это так. Я хотела бы их тоже побить. Как это? Как дополнение. Это типа из них потом они плодятся. А, вырастают. Когда мы переспавниваем. Здесь, в принципе, дорога прямая тупо. Нету никаких развилок. Андрей. Обезьяны. Обезьяны. Тупые обезьяны. С них шкуры иногда выпадают. Я крабов луплю, а вы обезьян. Да ну бей уже. Куда побежала, скотина? Цикло. Куда ты бежишь, сволочь? Утопиться пошла. Да. Ты камни не собирала. А, с них камни падают. Не со всех, там иногда мясо падает, иногда выпадает шкура. Ну, мясо. С обезьян мало ресов. Прям под пальмами, смотрите, бывают сундуки. Сокровища. Тогда проще, по-моему, выносить все эти деревья. Так, Андрей, твоя стрела валяется. Медная. Стоять, падла. Я чью-то, короче, стрелу подберу, но это потом отдам. Ее догнала стрела, да. Андрея. Так, мусор. Обезьяна. А, вон она где. Это пока еще обезьяна. О, шкура. О, во, целая куча. Шо, шо, шо орете, шо орете? Это мне, знаешь, что напоминает этот в Маугли? Да-да-да. Так, медные стрелы не мои. Да это у меня остатки, я решил засвободить. Бей. Так, где Андрей? Сейчас выпала. Вот у нее шкура выпала. Ну бей. Во, шкура. Так, Андрей, ты возле меня? На, забери свои стрелы. Так, если сундучок найдете, покажите мне, вот. Ребятам, покажем, вот что там. Стоит. Ага, я просто не добежала еще до сюда. А, его разбирать надо, да? Да. И посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, скелет. А, выпал ром. Превосходное качество. Жемчужина, гвозди, кожа. Кожа отлично, нам просто надо сейчас очень много кожи. Ну, хлопковое ткань это можем сделать спокойно. Рубин. И такая если штука. Нам выпала карта, Кира. Чё? Карта. А почему она не у меня? А зайди в инвентарь. А, всё, new. Зашифрованная карта. Я не увидела просто, что она в new упала. Ну, в кошелечек, то есть. Ага. Так, начинается веселуха, крабы. Помощнее. О!
Мне нравится, когда у них звездочки над башкой. Отстреливай. Бей, бей, гадину. Куда побежала? Стоять! Ты чё дерёшься, зараза такая? Пришли такие на чужой остров и еще это возмущаются. Типа, чё это они дерутся с нами, да? И заканывают. Что это нам? В песке нельзя погреться или чё? Позагорать нельзя. Нам там ливни надоели. Да, у нас тут в Питере ливни за ливнями. Я вчера вся промокла, блин. Это жесть была, конечно. Так, мои стрелы. Стоять. О, косточка выпала. Отлично. О, обезьяна. Целая куча. Так, а где-то здесь ракушки, кстати, должны начинаться, раз эти пошли. Обезьяны. Нет, чуть подальше. Я говорю, где-то тут. Меня обезьяны долбят. Мы как бы тоже не просто так тут бегаем. Хотя что они, эти обезьяны? Тут целая куча тоже их. Еще и крабы. Утопиться решил крабик. А я по нему не попадал, да? Прикольно. А вот и... О, сундучок. Я пока сундучок посмотрю. Я там чей сундучок? Да, кубок какой-то выпал, сломанный железный меч, сломанный щит, булыжники, железная стрела. Вот, возможно, ваша. Наша. Возвертай. Возвертай, на. Мне не жалко, забирай. По курсу. Рыжая, коричневая скотина. Давайте поможем. Бей, бей, гада. Косточка. Нет, тут как стой, раз... Стой, гад! Вот ракушки подбирал. Ой-ой-ой! А я-то, оказывается, мне хил нужен. Хил! Что это я не заметила даже. Сейчас бы откисло. На Карибах. А, это был бы зачетный контент. Лиса откисла на Карибах. А, они, да, они хорошо дают вот прям так. Что ты дерешься, зараза? Противная. Стоять! Куда побежала? Так, другой разговор. Так, давайте немножко отхилимся и по... Что там, МЧС? На 13 число местами ожидается порывы ветра до 18 метров в секунду. Ну, это достаточно много. Кира, а? Бегу, 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 бегу. Два сундучка, уже это третий. Еще какой-то ваза какая-то. Ну и остальные ресурсы это у нас... Это декор. А, да? Прикольно. Что сказать? О. Лучник. Какой лучник? Не видим меня никакого лучника, мы. Не видели, да? И вообще, рядом... Видишь нет. Лучника, да? Нет. Бомбер. Блин, давай бей. Бомбардир. Бомбер. Никёр. Бомбер, выдыхай. Бомбер. Есть. Он
сундуку, Кир. Сундучок? Ага. Ага, я вижу. Сейчас помогу разобрать. Дядю. Так, на железные свои стрелы забери. Сломанный железный топор. Слушайте, а кубки не стакаются? Они не стакаются. Петелька. А, подожди, это... Это блин, боже, Андрей, ты меня напугал. Прикольно. Так, я уже думала, Литон тут бежит с мечом. А это Андрей меня пугает. Я же не специально. Ой, я случайно. Кому что помогать? Здесь так это приятненько. Я бы сейчас повалялась. Вот именно вот в таком вот месте. В водичке. Их много здесь. И я сундук вижу тоже. О, какая-то хрень выпала с обезьяны. Булыжники. Не, ну сейчас посмотрю. Ой. Ну, гады. А, да, это, скорее всего, булыжники были. Ну, я не знаю, нам булыжники вообще нужны для чего-то будут? Не. Ой! Потом ой-ой-ой! Скотина! Ты чё творишь? Я тут просто немножко тоже отхилиться решила еще. А то кое-кто подбомбил немножко меня. Поджег, подпалил лесу, во. Зашкерился. Подпалил хвостик малость. Вот тут вот начинаются ракушки, там не открыто дальше. А чем они собираются? А, просто собираются. О. Help me. Бегу. Меня имеют. Больно. Стой, сучка. Вот они. Да куда ты побежала стоять, гадина? Чуть-чуть ей оставалось. Фига, их тут, блин, вообще жесть полная. Реально, этот остров обезьяны... Ой, как там... Как это было в Маугли-то называлось, хрень? А, я думаю, что такое у меня... Сейчас... Стамины нет. Ну, можно и хпшку чуть-чуть подправить пока что. Так. Надо стамину прям хорошенько сейчас. И хпшечку тоже. Я за ракушкой. Ай-яй-яй-яй. Я словила. Тут обезьян много. Если что, булыжники потом выкинем. Ой-ой-ой-не-не-не-не, пока туда не пойду. А эту погоняю. А я там сундук вижу, кстати. Сейчас, добежим. Шо ты бьешься, гадина? Кира, бежим! Кира, бежим!
Кира, бежим. Тут... Да вроде разобрались нормально. Он кидался. А я видела, что его добили потом. Не, ну вот так вот втроем, конечно, это они хорошо разбираются быстренько. Погоди, это ты еще там дальше не побывала. А, я пока про это говорю, то, что мы сейчас где бегаем, так, сундук. Вижу! Только тут бомбардир, блин, еще какой-то бегает. Скотина. Ай-яй-яй-яй-яй. Помоги. Кушать не забывайте, девочки. Не забываем, стараемся, по крайней мере, не забывать. Особенно стамина очень хорошо так уходит. Это прям... Угу. Так, две жемчужины набрали. О, прикольная статуэтка, надо будет потом на базе посмотреть, как она выглядит. Там не статуэтка, там статуя. Статуэтка написано, не статуя. Будет статуя. Ну, когда будет, тогда будет. А сейчас статуя. Статуэтка. Так. Куда ты побежала, противная? Ну, блин, не дала мне посмотреть, как это собирается. Во. А, да просто собирается. Обыкновенно. Всё. Не больно делают, Андрей. А почему я? Почему я? Кого бьют и у хпшки у кого-то мало? Меня. У меня еще и краб есть. Стоять. Мне самой надо отхилиться теперь уже. Чтоб мусор не оставался после нас. Будем все собирать. Что ты крадешься, кошечка? Кошечка? Где тут кошечка? Покажите кошечку. Мяу-мяу-мяу. Не, желательно тут полностью все пробелы эти убирать. Я слышала кости. По правой стороне. Я вижу ракушку. Убирай. Я сундук вижу. И там пират. Так, туда не пройти. Таким образом, как я хочу. О, ёпарыш! Сколько их там? Не-не-не, ребят, я пошутила. Я и говорю, там их до хрена. Я не знаю, что ты побежала так. Я подглядела. Я подглядела еще раньше тебя. Эй, козла. Готов. Так, ну, в принципе, падает практически одно и то же. Поэтому я думаю, если что, сундуки видите, сами разбирайте. Мы уже посмотрели примерно, что из этого падает. Две макаки. Да пусти, сука. Да, не пускает. Смотри ты на них, а. Одна бурка. Они как-то, значит, бегают, заразы. Ага, сквозь друг друга. Иди сюда, я тебе сейчас леща дам.
Куда побежали? А чё, стоять! Пипец. Блин, меня сейчас завалят таким образом. Лучники там всякие. Давай, хлебушка, хиль мне, пожалуйста. Куда ты побежал? Куда ты побежал стоять? Тебя чуть-чуть добить осталось. Прикольно, конечно, биом. Потом научу. Отхилиться надо. Чуть-чуть постоим, отхилимся и... Поедим, короче. Похомячим. Ну, тут еще, конечно... Чё, мы полпути прошли только. Да, где-то полдороги прошли. Ну, если что, можно сюда, кстати, будет прибегать, камни собирать. Здесь довольно-таки много камня. Да, у нас в карьере еще дофига камней. Ну и в карьере, да, кстати, много. Когда на... Мы просто, если будем начинать строить домик, то там нужно будет... О, подождите, там, по-моему, слиток выпал. А, нет, это хлопковая ткань. На слиток было похоже. Двенадцатый уровень. Так, я... Вот это. Хрен ты по мне попадешь, скотина. Так. Энергия обязательно. Вот это. И все. И очков нет. Бомбардир. Бомбер, как я его назвала. Бомбермен. Да, не была. Бомбермен. Бомбермен. А это... Барбершоп? Бонус. Или как... Костик на английском. Бонс. Бонс. Бомбер-бонс. Начинается обезьянья волокита. Я хочу черепах, а не вот этих вот тварей кидучих. Правда, черепах замучишься бить? Ой-ё, их там много. Ребята, аккуратней. Надо их по одному в этот. Сука. Особенно вот этих бомберменов, блин, хреновых. Что ты ко мне пристал сзади тут? Цапает меня за лисий хвостик. Куда побежал теперь? Вот теперь стой. Он еще, блин, зараза, делает блок. Он диспансер. Да я понимаю. Но у меня железная, в конце концов, блин, этот, булава. Какой нафиг панцирь, не панцирь. О-о-о. Это ты сейчас возмущаешься, а когда черепахи пойдут? А там помимо черепах еще тебе мешаться будут черепаху забрать. А, ну там, наверное, у нас уже будет дамасская сталь. Это секрет, Катя, не расскажу, кто там будет. Да я догадываюсь. Потому что у нас уже открылся в крафте дамасская сталь. Я про то, что кто нас будет там дальше иметь. А, о, красавчики. Шаманы, блин.
Роман, взял. А что спалил? Я вообще-то рядом. Вот и как раз с трубками, дикобразьями, с этими иглами гуляют. Спалил, говорит, я рядом стою. Во, черепахи. Вот они, бронированные красавицы. Ананасик. Ананасик. Так, железные стрелы заберите, дротики там кому надо заберите. Сюда, мразь. Эти мартышки. Морская черепашка по имени Наташка. С очками из Китая. Такая вся крутая. Что ты тут распиликался? Ой, там их до хрена, блин. Жрать. ХП. У меня тут шаман. А я тебя убью. Бляха, меня сейчас убьют. Давайте назад немножко отойдем и подхилимся. Меня сейчас шлепнут. В прямом смысле. Да мы все с таким ХП вообще-то как бы. И мы уходим просто назад. Ой. Так мы в дебри заходим. Черепашка. Я вижу сундук, блин, но сейчас надо сначала отхилиться. Надо сначала вот эту скотину отсюда отогнать. Посмотри, парни. Что, живем, кушаем, питаемся. Жаль, костра не разжечь. Жаль, нет ружья. Да. Там к вам вот этот. Черепах идет. Да, черепашка ползет. А я к сундуку ползу. Ползи. Мы здоровье восстанавливаем, а Кира о сундуках был. А я думаю о железном ломе, потому что надо ставить забор. Да, забор надо ставить, иначе мы дальше развиваться не сможем. Я займусь забором. А обрывки мешковины есть у кого? Да, давайте распределимся, кстати. Да. Вот, кости. Кости у меня. Мясо. У меня. Шкура. У меня. Блин. У меня камни, обломки всякие. Обломки, стрелы. Сломанный щит обломки, и меч у меня тоже есть. Это давайте. А, ну ладно. Я осколки собираю. А то... Брал Андрей. А то всякие статуэтки, вазы и прочее, оно по одному слоту занимает. Ну блин, это капец, конечно. Андрей, осколки все... Говорю, осколки все у меня. Да, только не эти осколки. Я имею в виду части. Это же осколок называется. Сломанный железный топор. Я про эти части говорю. Там щиты, топоры, еще что-то. А, у меня еще ракушки есть 15 штук. Давай. Я тоже и рубин есть один. А, рубин мне давай. Рубина у Киры. Курки. А, у тебя медные стрелы, на свои стрелы забирай. А дротики что, у тебя тоже, да, Андрей, на? Есть, есть у меня. Рома, хотите? Кокосы у меня еще есть. Давайте бахнем Рому. Кокоса у меня нету. Так, каждому по Рому выделяю. Чё, не Новый год же, чё за пьянка? Давай, давай! Слышишь, да?
Прибухнем и пойдем дальше пить. Во-во. Не мне же одной бухать. Вон еще один сабантуй прибежал. Слышь, у нас и так тут компания. Да. Так, что это? Вы уже выпили? Ребята, мы вот тут не открыли берег. Подожди, подожди. Марии, подожди. Вы уже выпили? Да. Все. Да, она еще не выпила. Нет, так она... я думала, мы там как-то вместе. Только мы с Андреем вместе выпили. Бессовестно, без меня. Прикиньте, я, значит, с ними, блин, ромом делюсь. Бесценной штукой. Дать ром. Да? Да. Подобен грому. Дайте людям рому. Слышишь, тебя хотят. Все, мы набухались, и давай песню пить. Ой-ё! Как вас тут много, ребята! Куда побежал? Стоять! На меня побежала, я вон сейчас за пусками его. Стрелы мои. Иди сюда, черт. Обрывки мешковины. А, кстати, у меня нету. Шо ты тут дерешься с нами, гад? Потом если что, раскидаемся. А ты чё? Чё придумал-то, чувак? Ай-яй-яй, он в меня плюнул. Да и в меня, ой. Сейчас. Мне надо отхилиться. О, сундук стоит, Кира. Сундук. Какой сундук? Не вижу пока никаких сундуков. Где сундук? Подожди, где да сундук? Это камень какой-то. Это камень. Так-то сундук похож, блин. Это камень. Я думаю, тут сундуки как бы... Деревянные. Деревянные должны быть. Черепышка. Морская черепашка по имени Наташка. С очками из Китая. Такая вся крутая. О, железный лом. Чувак, так, иди надо, сюда. Надо, чё надо, там стоишь? Камни там у кого. Сейчас попробуем скрыть. Ох, сколько ж у нас меня. Так, сейчас, подождите, не убивайте его. Я попробую скрин замонстречить. Чувачела, сюда иди. Какой ты красавчик. Ага. Там потом будет, опа, Америка, Европа. Так, ананасики поднабрать. Что-то подлагнуло. Что-то подлагнуло. Перья у меня были, если что. Оперируемся. Вон ананасики еще собирай. Подожди, ты с ананасиком. Вот здесь вот, вот здесь вот. Там вот чертило. Ха-ха-ха, не попал, да? Не попал, а вот сейчас попал. Вот здесь вот, Мари, вот здесь вот, где я. Просто на Ctrl нажми. Я переставила более удобно. А, ну ты поняла, короче. Я поняла. А мы, кстати, уже приближаемся... Тупик. Да, к нашей цели. Кто сказал, что это тупик? Берешь топор и вырубаешь. Я тоже хотел сказать, у нас тупиков не бывает. Это бананы. Это не тупик. Это бананы. А-та-та, у меня тут шаманов толпа. Иду. А нахрена ты туда полез? Там не тупик был. Погоди, там впереди еще их.
цель на кучу. Да вон тоже стреляются. Не задрали плеваться. Ну и чё, Мари, вышло здесь же, где ему? Я понимаю. Я бананы подумала. А чё кто-то на контролы не нажимает? Стоямба. Андрей, сюда иди. И забери вот это. Да. Знать, дротики. Мари, а тебе вот, на, вот. Тынс, тынс. А нахрена мне ветки? Мне не надо ветки. Кокос. Кокос, дайте, нет... дайте мне кокос. У меня бананы, ананасы. Я его съем. Это ж какой... Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Господи, откуда я знаю эти все песни, а? Скорее убегай. А, черепашка. Бывает с утра в голову такая песня залезет, что весь день висит. Бывает такое, да. И сам в шоке, да, откуда она взялась. Мне один раз, дня три, наверное, песня одна прикопала. Вот с утра просыпаюсь. Только не пой ее, только не пой. Я сейчас не помню, что это за песня, но вот она. Я просто помню случай, что она три дня на меня доставала. Я с утра просыпаюсь, зубы чищу и это, пою песню. Думаю, да что за херня-то, блин, откуда ты вообще взялась? Так, кто там? Что у нас? Ой. Я ж так хотел посмотреть. А, нифига тут. Территория, блин. Слышь ты, обезьяна, куда побежала, скотина? Стоямба. Сначала кидается какашками, а потом еще, блин, это бегает от нас. Типа это не я. Андрей хилится. Так, и на андротики. Нафиг вы их собираете? Чё, собираетесь трубку делать или чё? А их можно переработать, по-моему, в шредере, и они должны дать какой-то лом. Хорошо, проверим. Музычка такая пошла. Прикольная. Слышь? Иди сюда. А, блин, Кира меня заступила. Это ты меня заступила? Всё, она получила по заслугам. Только там, правда, ещё эти чуваки. За мной бегут. Сейчас они придут. О, хорошо, ты пришел. Блин, у меня так скоро, блин, еда закончится. Пока мы до места не дойдем. А я говорила. Ну ладно, дойдем до... Нам придется возвращаться, нам нужно просто там портал поставить. Я как раз про это и хотел сказать, что сейчас дойдем до туда и... Нам ТП, да, надо поставить. Поставим все. Ой. Да, что ты творишь? Да, в смысле пройти не могу. Почему я пройти не могу? А как вы прошли? Магия. Да, это все проклятый ром. Это магия. А, кстати, есть прикол, когда стреляешь на усиление, если нажимаешь, стрела быстрее бьет. А вы сюда не хотели бы пройти? Тут зачистку сделать? Ну ладно, кинули меня тут, блин, с этой... Ко мне тут я вижу три жертвы. Ты точно хочешь? Я вижу три жертвы.
Они, две жертвы идут по мне. Блин, я одна против этих двух черепах. Андрей убежал просто и все, раздолбил камень. Здрасте, я вообще трела и бью ее. Но это ты сейчас вернулся. Я проверял твою мощь. Мою мощь. Мне так еды точно не хватит. Никому не хватит, у меня уже последний этот сырок остался. А мы сыры вообще не едим. Сыр надо было скинуть, я же сделала нормальную еду. Еще поди забрал сыр, который как раз мы скинули. Да нет, у меня уже нет никакого сыра, чего вы наговариваете. У меня еда осталась только на энергию, на здоровье нет. А я всегда говорю, бери с собой еды. Я вас предупреждала, что здесь будет опа. Веселая опа. Не знаю, мне пока хватает. Все, погнали, за едой нет. Пока хватает. Сейчас до места добежим, там нормально, я думаю, будет. Чего, Андрей, ты курил? У меня еды ноль. Ну, возвращаться мы точно не будем. Возьми картошки. Так. Энергию. Шерстью забери. У меня на энергию до хера жрачки. У меня на здоровье нет. Это печеная картошка, ты че? Так она на энергию. С чего бы? Смотри. Здоровье плюс 10, ты чё? О, плюс 10. Ага. Так ты мне что-то другое передать кидал? Нет, картошку печёную. Она тебе картошку кидала. Так этот тень так прикольно делает. Дайте ещё пару кексов. Андрей, кексы подбери. Забирай, говорю. У меня на энергию куча еды. А с чего ты взял, что кексы на энергию, а не на здоровье 55 хп? О, забрал, спасибо. Ты что? Да не на энергию. Да немножко. Если коопом играешь, должно быть 3 светлячка. Да, да, я тоже считаю, что если коопом играешь, нет, должно быть 3. Потому что в дальнейшем магия только будет у Киры. По-любому. Ну, это мы проверим на самом деле потом. Что ты меня-то бьешь, а, скотина? Разрабы маленько не предусмотрели. Да, немного что тут не предусмотрели на самом деле. Те же самые стаки. Один стак 20 штук, другой стак 60 штук, другой 50. Зачем все разные стаки? Ну да. Другие вообще по 100. Другие вообще по 100, да. Я вот этого... Шаманов. Ой. Вижу шаманов. Бью шаманов. Какие шаманы? Сейчас разберемся. И не вспомним даже, что они здесь были. Хватит в меня стрелять, скотина. Ну, кому-то насаживают. Мне! Кири. У меня прям вообще хпшки сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Да боже, блин. Боевка тоже тут, блин, такое себе. Вот нажимаешь, блин, на персонаж, он убежал, все, этот встал. И стоит, ждет. А чё мне делать? Дальнейшее бить не надо. Хотя стоит автоматический бой. То есть, если к тебе... Ай-яй-яй-яй. Еще раз попадет, убьет. Где там кто? А, вон он. Там обезьяна бежит. Обезьяна. Да нафиг она сейчас убежит. Ну бежи сюда. Или не бежи. Ай, блин, кто по мне попал? По них. Какая скотина. Обезьяна, наверное, в тебя попала. Стоямба, скотина.
Так, вот, вот таких я люблю. С ними можно еще. Но там кто-то. Поговорить, да? Какая-то скотина в меня бьется. Что ты в меня плюешься? Я не знаю даже, как тебя назвать. Трус! Блин. Трус! Попугай. Ну, он же цветной, значит, попугай. Явно у попугая все перья ободрал. Так, вон еще один. Хватит в меня пуляться, зараза! Так, что у нас там? Еще чуть-чуть. Давайте, может, остров откроем потом полностью, а сейчас добежим до места, чтобы поставить телепорт. Али. Да, рискнем. Потому что у нас иначе еды сейчас не хватит просто реально. У меня уже тоже на исходе. Ты меня сейчас, скотина, убьешь, блин! Только вроде отхилилась, падлы. О-о-о! Братва. Это жесть. Еще черепахи здесь не хватало, конечно. Паха-то это хорошо. Да хорошо-то хорошо, но, блин. Сзади черепаха, Кир, сзади. Я с этой разберусь, иди ты, долби. Да, у меня персонаж тупит. Понимаю. Вали. Это, вали. Мари. О, это жесть, это... Да бляха-муха, блин, зацепилась за это дерево долго. Во, я о том же, что это капец какой-то просто. Ребятки, я сейчас подхилюсь, подождите. Я сейчас вам как дам люлей тут. Сейчас вы такой ёрзаетесь. Стоять! Куда побежал? Блин, я еще в одни дебри зашла. Не лучшие те. Ну да. Может быть, сейчас какое-нибудь более-менее спокойное место найдем, поставим там? Телепорт. Сейчас тут не найдем спокойное место. Тут просто на плюс В надо бежать. Тебя убили. Я даже не видел откуда. Он за кустами спрятался. Это жесть. Ай-яй-яй! Пустите, гады! Они еще мешают, блин, пройти. Так, я... Вроде в более спокойном месте, тут пару черепах. Ну кто ночью ходит, блин, в приключения, а? Мы? Конечно же, стримеры. Все, последний хлеб ем. Да ты откуда-то взялся, блин? Скотина. Не оттолкнула. Я тебя не толкала. Оттолкнула, не толкнула. А ты сдохнешь, нет? Ты сдохнешь? Блин, да откуда вы эти враги грёбаные берутся? Достали. Да не бей меня, у меня ХП мало, блин. Так и не подходи к ней. Нельзя строить, пока враги рядом. Где тут враги? Мы, блин, в тихом месте. Слева от нас где-то. Хрен построишь, чё? Там, и мы тут, в принципе, вообще рядом. Дай мне пока светлячка, стой. Я тут... А у меня еще ХП есть.
Я просто хотела поставить телепорт. Тут черепах до хрена. У меня хпшки нет. Так, а вообще я могу же стрелами. В принципе. Да. Стреляй по ней. Так, а чё она не хочет стрелять? А на черепаху-то нажми. Так я и делаю. А, ты мешалась просто мне. А, возможно. Японский городовой, вас тут нахрен сколько? Так, давайте попробуем еще раз поставить телепорт. А, ну пока Мари бьет эту черепаху, я точно не смогу. Все равно, нет. Здесь очень... Блядь, откуда ты взялся? А мы уже вот на месте, короче. Че, убили? Да, я убила ее. А. Ну, я ставлю телепорт, ребят. Все, все, иду. А... Где надо? Карибы. Назови карибы. Так и обзовем. Телепорт карибы. Андрей, если что, можешь к нам, короче, через телепорт. Вот, посмотри. Какой прелестный у нас будет босс. Оббеги так немножечко, не подходи к нему. Захерачит в два счета. А я его не вижу. А он в середине, потому что стоит. Я так чуть-чуть увидела. А всё. Вот смотри, если подойдёшь ко вижу. Мне и камеру повернешь. Нет, все вижу. Вижу, вижу. Так, а вот так видишь вот все. Вот эти пушечки? Ай, как они. Пушечки нет. А, да, вижу. Ну что, я не знаю, полетели домой? Ну да. О, я буду сейчас отличаться. Естественно, боссов будем проходить на другом... В следующем стриме. Ой, серии. Ну вот, мы отсюда немножечко увидели его. Я домой полетел. Домой, дом, дом. Нам надо пирог мясной делать. Попроще. Так, для всякой какахи, которую мы собрали, нам нужно что-то придумать на самом деле. Дай мне, пожалуйста, шкуру. Я поставлю на крафт. Ради бога, держи. Так, всё себе забрала. Сейчас шкурки. Сделаем, естественно, ну, это мы либо вне серии, либо в начале следующей серии мы сделаем себе вот такие вот чудесненькие сумочки, которые прибавляют нам плюс 16 к инвентарю. Либо можем подождать и сделать на 24 попозже. Нет, подождать мы не будем. Уже серия почти час, поэтому... Не, я тебе не про сейчас подожду. А, ты имеешь в виду еще подождать? Да, и сделать потом максималку. Ну, можно, конечно. Так, бамбук. Тут вот есть на 18. Это дамаску сталь надо изучать, пока у нас там не все есть. Не, дротики можно. Рюкзак, вот он, на плюс 24. И для этого нужна обработка нефрита. А, нефрит будет после того, как мы убьем этого босса. Легкая утепленная броня. Очень броня 54. Это жесть просто. Ой. Полная. Ледяная корона, я хочу корону. Все, я хочу корону. А вот это Андрею. Тут такой обсидиановый шлем прикольный. Блин, прикольный утепленный шлем. Там такая этот мордочка волка. С лисой хочу такую. Я хочу с лисой такую. Почему нет с лисой? Сволочи.
Все, ладно, давайте заканчивать. Как обычно, ставьте лайк, комментарий оставляйте и подписывайтесь, кто не подписан. Всем фур-фур, до скорых встреч, пока-пока!